Мифы Древней Греции. Атлант и Геракл. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Всем привет, меня зовут Саша, и вы на канале Саша Влог. Hello everybody, you on the channel Саша Влог. Атлант или Атлас. В греческой мифологии могучий великан. Титан, держащий на плечах небесный свод. Сын Титана Иопета и океаниты Клемены. После поражения Титана в битве с богами Олимпа, в числе которых был и Атлант, Зевс, верховный бог богов-победителей, наказал Атланта, заставив его вечно держать на плечах небесный свод. Держал Атлант свод около сада Гесперид, в котором росли золотые яблоки, и за которыми по приказу царя Ефресфея пришел Геракл. Геракл обратился к Атланту с просьбой принести ему из сада 3 яблока. Атлант с охотой согласился, но в ответ попросил Геракла подержать вместо него небесный свод. Так они и сделали. Геракл встал на место Атланта, а Атлант отправился за яблоками. Вернувшись из сада, Атлант хотел слукавить. Он вызвался самостоятельно отнести яблоки Ефресфею. Почувствовав подвох, Геракл согласился, но попросил Атланта временно заменить его для того, чтобы якобы накинуть себе на плечи что-нибудь мягкое. И когда Атлант встал на свое место, Геракл забрал яблоки и удалился со словами: «Прощай, Атлас, я ухожу. Небесная ноша слишком тяжела для меня, но ты не сердись. У каждого своя работа. И всем пока-пока!»